Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня воскресенье, и я буду готовить лисички и шампиньоны. Я буду готовить или с картофелем, или с рисом. Посмотрим, что скажет мой муж. Вот этот соус вы уже знаете, это соус из лисичек. А это вот лисички. Значит, стоят они за упаковку 150 грамм 3 евро. Шампиньоны полкило стоили евро 50. В общем-то, почему лисички сейчас дорогие? Потому что сейчас еще не сезон. Их, скорее всего, привозят из Болгарии. Сезон лисичек начинается где-то в июне. И уже за полкилограмм упаковки будет цена в пределах 4-5 евро. Если вечером прийти в Кауфланд, то скидки могут достигать за полкило где-то 1,5 евро. Может, и за евро можно купить. В общем, да, кстати, можно и с макарошками приготовить грибы.